Дали же, да, ну задали. Кому задать вопрос? Плохотнюку. Задать вопрос Плохотнюку? Когда он собирается написать явку с повинной? И в один прекрасный день облегчить это юстиции то, что должно случиться неизбежно. И обязательно произойдет, потому что вот такие вот гнойные нарывы, вроде дела Петренко, не вскрываются вот таким вот пластиковым скальпелем, каким попыталась сегодня это сделать юстиция Мельничука, а вскрывается настоящим хирургическим скальпелем. Мне это еще предстоит. Анна, два вопроса. Да.